Привет, да, привет всем, с вами ваш мексиканский друг, как у вас дела? Я читал ваши комментарии, и вы попросили меня послушать концерт в прямом эфире Короля Шута, и почему бы и нет. Ладно, сегодня я буду для реакции на эту песню, которая называется «Воспоминание о Вилай Любви», это на испанском значит «Un recuerdo sobre el amor pasado», да, и прежде чем слушать это, я также хочу создавать, что я предпоношу вам сюрприз, я надеюсь, что он будет готов. В следующей неделе. Ну да, и в следующий слов. Давайте начнем. Начинаем. Окей. Не знаю, почему мне нравится эту группу, потому что приходят ко мне воспоминания очень дорогой группы, которую я слушал, когда мне было 11 лет, типа хоши, вещи, которые они говорят, смысл песен, например. Да. Какой чистый голос, не знаю. Кажется, в прямом эфире. Я не верю в этого. Нравится его. Я часто вижу страх, смотрящих на меня в глаза. Им суждено уснуть в моих стенах, застыть в моих мирах. Но сердце от любви горит моя. Может быть, не знаю. Я хочу посмотреть их сериал, но очень скоро. Это просто мотивирует меня посмотреть до конца. Свой прекрасный дом и вином поил, не развлекались мы потом. Иногда у них легкий был испуг от прикосновения к нежной шее крепких рук. Я до сих пор не посмотрю, не верю, слышу этого чистого голоса в концерте, не знаю, нет слов. Он настоящий музыкант. Я считаю, что не мощно говорит о русский рок. И не говорит о короле счета. Какая грустная песня у меня. Прекрасен
Да. Все. Да, просто они сокращают это. И дальше еще, не знаю. Они до сих пор поют, не знаю. А это другая песня. О, все они знают текст песни. К сожалению, я нет. У меня нет субтитры. Как смерть опасна, погасните, луна проснется, и снова зверь во мне очнется. Забрали чары души покой, возник вопрос: кто я такой? Мой бедный разум дошел не сразу. Этот парень очень круто. Очень круто исполнитель. Я человек, колдун был пьяный, весьма упрямый. Его не видеть бы, да, мне вовек. Моя очень судьба круто двигается, да. мне не подвластна, любовь моя. Как смерть опасна, я был медведем, проблем не знал, зачем людских кровей я стал, и оборвется тут словно нить мой дар на двух ногах ходить. Эй! О, все. Ну, ребята, я думаю, что Калеш это отличная группа, да, не сомнения об этом. И, возможно, с немного понимать то, что они говорят, получает хороший опыт, да? Я горжусь, потому что я говорю на том же языке, что и вы, русскоязычные друзья. И хотя мне хватает многого, удовлетворение неописуемо. Ну и главный вопрос. Какую еще песню мне послушать? Напишите на комментариях, пожалуйста. Я очень рад, что вы вас прочесть. И окей, ладно. Мы очень скоро вернемся. Спасибо большое за ваше время, за вашу поиску. Я очень рад. И все. Пока-пока, ребята. Спасибо большое за ваше время, за вашу поиску. Я салют на все. Ну, nos vemos pronto, chicos. Cuídense mucho y bye bye. Thank you for watching. See you next time.